a season of restoration. Римлянам 13 глава 1 стих. «Пусть каждый подчиняется власти, ибо нет власти, кроме как от Бога, дарованной Его разрешением и санкцией, а те, которые существуют, были установлены Богом. Итак, все власти от Бога и церковная власть тоже, поэтому всякий, кто противится правительственной власти, противится установлению Бога, и те, кто сопротивлялся ей, навлекут на себя суд, гражданское взыскание. Ибо гражданские власти являются источником страха не для людей хорошего поведения, а для тех, кто творит зло. Если мы поступаем хорошо, то нам бояться нечего, и сегодня мы поговорим об этом. А если мы поступаем хорошо, а правительство воспринимает это как зло, то кто в этом случае плохой? А для тех, кто творит зло, для убийц, воров, насильников, это им стоит бояться. Хотите не бояться власти? Делай то, что хорошо, и получишь ободрение и похвалу. Этот отрывок подчеркивает разницу между добром и злом. Из него ясно, что мы должны быть послушны правительству, которое Бог установил над нами. А правительством управляет Конституция, как эта церковь управляется не пастором этим, а церковным уставом, наивысший закон страны. Это Конституция и Билль о правах, которые защищают нас. Поэтому никакое правительство не может сказать завтра, что все беременные должны делать аборт, потому что это зло. Если выйдет такой указ, я рекомендую вам не прислушиваться к нему. Бог поставил правительство, чтобы поддерживать порядок и наказывать зло, а также чтобы продвигать справедливость. Справедливость начинается с духовных вещей. Когда вы убираете судью, в мир приходит несправедливость и моральный упадок. Демократическая партия забыла, что они появились благодаря христианству. Я предлагаю им вернуться к Богу, если они хотят и дальше оставаться у власти. Скажите аминь на это. Если вы министр, обратитесь к Богу. Если вы президент, обратитесь к Богу. Признайте, что есть высшая власть, и подчинитесь этой власти. Итак, мы должны быть послушны правительству в уплате налогов и исполнении законов и указов. Я хочу сказать законникам, которые готовы показывать пальцем на всех подряд, если вы переступаете закон хоть в чем-то, то вы нарушаете весь закон. Если во время локдауна вы посещаете своих родных, то это такое же нарушение закона, как и церковь, в зале которой 101 человек. Если вы не остановились у знака «стоп» или проехали на красный свет, то вы виновны в нарушении всего закона. Я еще не встречал безгрешного человека. Вы заявляете, что вы законопослушный гражданин, а я бы хотел установить на вас камеру, и тогда мы бы увидели, насколько вы законопослушны. Поэтому просто заткнитесь, следите лучше за собой. Итак, если мы не послушны закону, я не говорю об указах. Потому что для меня это разные вещи. Если мы не послушны закону, то это проявление неуважения к Богу. Потому что именно Он дал нам правительство. Наша Конституция — лучшая в мире. Она лучше всех защищает свободу вероисповедания. А Германия сейчас оказалась в немилости у церквей, потому что это безбожно и неблагочестиво закрывать церкви на карантин. Так и во многих других странах. Мы не можем перенимать какие-то указы только потому, что так модно в мире. Это неправильно. Техас, великий и свободный штат Техас в США, уже открылся на все 100%. Церкви открыты на 100%, и люди могут свободно поклоняться Богу. Во вторник вечером я приведу вам всю статистику. Я расскажу о том, какие страны открыты,
и какие разрушения принес этот локдаун. Губернатор Техаса выступал и сказал, что они научно доказали, что локдаун не остановил распространение вируса. Но как так вышло, что ученые настолько разделились? Кому же нам верить? Мы выбираем Слово Божие, потому что мы спасенные, а не безмозглые. Это не бунт, а проявление здравого смысла, когда мы задаемся вопросом, что происходит в нашем мире и зачем происходят те или иные вещи. Глупые люди говорят, что это от Бога, но Библия говорит, что от Бога приходит всякий дар добрый и совершенный. И нет других вариантов. Бог не использует сатану для своих планов. «Пастор, но я стал еще ближе к Богу». «Да, я вижу. Это потому, что вы стали помогать людям и кормить голодных, а не просто сидите дома». Не забивайтесь в угол. Такие люди ищут только мурашек по коже. Их не волнуют умирающие люди. Нам нужно, чтобы церкви открылись, и мы продолжили исполнять великое поручение Иисуса. Аминь, церковь. А если вам не нравится церковь, то служите Богу сами, но оставьте нас в покое. Мы хотим, чтобы наши церкви открылись, и мы могли служить Богу так, как нам хочется. У нас есть конституционное право на это. Если вы не хотите ходить в церковь, то оставайтесь снаружи, мы вас не держим, мы не будем скучать по вам. Как-то очень тихо после этих слов, не так ли? Никто не желает говорить правду. Все боятся. Все сидят по углам и сражаются только за себя любимых. Аминь. Мы сражаемся не за нашу церковь, а за нашу веру, наших детей и за будущее христианства. Мы сражаемся за религиозную свободу в этой стране. Я даже подумать не мог, что мне придется дожить до того дня, когда мы будем сражаться за религиозную свободу, когда из школ заберут молитву, и мы не сможем свободно поклоняться Богу под эгидой того, что так мы якобы рискуем жизнями людей. Какой бред! Я не осуждаю владельцев маршрутных такси, они делают то, что могут, но каждый день в такое такси садится по 18 человек, и никто не говорит им о нарушении указа. А когда люди приходят в церковь, то все будто бы с цепи срываются, потому что очевидно, что сатана нацелился именно на церковь. И при этом сами христиане выступают против христиан, которые сражаются за свою веру. А почему так? Если вы человек Божий, то я рекомендую вам поддерживать дело Христа. А он сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Да, нам нужна революция. Нам нужна революция. Духовная революция. Нужно вернуть молитву в школы. Нужно прийти в школы, где навязывают половое воспитание и различные лжерелигии. Протестуйте, защищайте свои права во имя Иисуса. Аминь. Не переживайте. В ближайшем будущем мы откроемся, и у нас будет пробуждение. Но сейчас нам нужно сопротивляться, чтобы свергнуть этого Голиафа, а также мобилизовать тех, кто слышит Бога, а не религиозных людей, которых никогда не волновало ничего, кроме их самих. Речь не только о сегодняшнем дне, а о будущих поколениях. Вашим детям нужна религиозная свобода. И следующий вопрос звучит так. Бывают ли случаи, когда мы должны... И тут я подчеркиваю, намеренно не повиноваться законам страны. Ответ на него тоже находится в Библии. Деяния, 5 глава. По закону страны апостолам было запрещено проповедовать Евангелие. Кстати, даже Иисусу нельзя было проповедовать Евангелие, потому что он был угрозой для римских властей. Христианство — это всегда угроза, если это сильное христианство, если власти хотят заглушить голос христианства. А в этой стране сейчас все именно так. Вначале СМИ постоянно говорили о пасторах, которые делают то или это, и по двум пасторам определили,
что все церкви в ЮАР такие рассеки. Церковь ЮАР уже долго и усердно дискредитирует. Но это меняется. Бог помогает своей церкви подняться. Мы будем светом и солью. Мы будем опустошать ад и заселять небеса. Закричите «Аминь», ну или, не знаю, «Ура» на это. И воздайте хвалу Господу, потому что Он достоин хвалы, и мы не остановимся в прославлении Его имени. Аминь. Итак, приведя же их, поставили в Синедрионе и спросил их первосвященник, говоря, «Не запретили ли мы вам накрепко учить об имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». То есть, когда имеет место быть нарушение нашей веры, наших убеждений и наших моральных принципов, мы имеем право стоять на наших верованиях и отстаивать свои интересы, пока ситуация не изменится. Итак, если закон страны противоречит Слову Божьему, мы имеем право не повиноваться. Я понимаю, что кому-то это может не понравиться, но так говорит Библия. В любом другом случае нам нужно повиноваться властям. Это видно из реакции Петра и Иоанна. Они выбрали позицию Бога и отказались повиноваться властям. За это их арестовали и избили. То есть они приняли последствия своего гражданского неповиновения. Но очень часто люди цитируют Римлянам 13 главу, чтобы сделать всех вокруг пассивными. Если хотите быть хорошим христианином, то нужно во всем повиноваться властям. Ну, не знаю. В Китае правили коммунисты, и христианство было вне закона. Там нельзя было иметь Библию или читать ее. Но слава Богу за христиан, которые нарушали законы и провозили Библии в Китай. Сейчас церковь Китая насчитывает более 100 миллионов человек, потому что люди не хотели уступать безбожному правительству. Я не хочу сказать, что у нас тоже безбожное правительство. Я молюсь за правительство и вхожу в религиозный совет. А он, в свою очередь, общается с правительством. Они, правда, нас не слушают. Я уважаю наше правительство, но Бога я уважаю больше. И пора уже, слышите, целый год прошел. Прошел уже целый год, а наши церкви все еще закрыты. Мы лишены наших религиозных свобод. Их контролируют какие-то там указы. Апартеид был законом, которому бросили вызов. Закону о гражданских правах в США тоже бросили вызов. На прошлой неделе я много общался с пасторами. Все время сидел в зуме и общался с лидерами, и один пастор, который сейчас уже епископ, сказал, «Я сам в шоке от того, что был среди тех, кто бросали камни. Это было гражданское неповиновение. Мы жгли покрышки, мы стали угрозой для правительства, потому что мы не хотели, чтобы этот режим был угнетателем для закона нашей страны. И мы восстали против этого закона. Друзья мои, сейчас идет духовное угнетение церкви. Сатана хочет закрыть церкви, но мы этого не допустим. Скажите «Аминь», если вы с этим согласны, и прославьте Господа. Итак, когда мы можем нарушать законы и нормы? Вопрос. Во-первых, когда закон противоречит благу людей. Второй пункт, когда закон прямо нарушает свободу вероисповедания и не дает поклоняться Богу. Далее третий пункт, когда какие-то указы нарушают наши конституционные права. Харизматические и пятидесятнические церкви решили обратиться в Конституционный суд. И одна женщина сказала мне, что она готова оплатить все расходы, чтобы никто потом не сказал, что мы потратили на это церковные деньги. О, нет. Одна женщина сказала, что оплатит наши расходы, если мы решим обратиться в Конституционный суд и защитить свою веру. Так что давайте прославим Бога за этого человека и за ее послушание Творцу.
Четвертое, когда указы добавляют людям страданий. Слушайте внимательно. Пытаясь защитить людей от ковида, вы при этом вызвали много других кризисов. Многие люди не ходили на различные процедуры из-за страха заболеть. Многие оказались в списках на социальные пособия. Вырос уровень туберкулеза, и это только факты. Люди не любят факты, а я их люблю. Может, я и проповедник, но я человек фактов. Открывая рот, я приношу факты, во-первых, из Слова Божьего, во-вторых, научные. Например, это здание самое безопасное в Претории. Мы опрыскиваем это здание, убираем до, после и во время собрания. И вы не найдете здесь и следа от какого-либо вредоносного вируса. Поэтому не говорите мне, что мы не можем открыть церкви безопасно, и что открытие церкви навредит людям. Кому-то придется поплатиться за эти слова. Это не мои слова, а результаты суда в Германии и результаты исследований, проведенных ООН. Тут написано: ООН предсказывает голодную смерть 10 тысяч детей каждый год за первый год локдауна. Каждый месяц из-за этого от голода будут гибнуть дополнительные 10 тысяч детей. В одной только Африке ожидается более 400 тысяч смертей от малярии и ВИЧ, и 500 тысяч смертей от туберкулеза из-за введенных ограничений. Вот сколько будет жертв туберкулеза, не говоря уже о ВИЧ. Они не приходят на процедуру, а это приводит к спаду иммунитета. Они подрывают свой иммунитет, и теперь любой вирус, который атакует их, может их убить. В прошлом году никто не умер от гриппа или заболеваний верхних дыхательных путей. Все умирали только от ковида, ковида и еще раз ковида. Я не отрицаю тот факт, что ковид реален, но его влияние преувеличивают. И это для того, чтобы лишить нас свобод, наших гражданских прав и изолировать нас. Пора нашему обществу вернуться к нормальной жизни. Пора стать как другие страны Европы, как США и как некоторые страны Африки. Люди поднялись и сказали: «Прошел год, и мы уже знаем, как этот вирус действует и как с ним справляться. Мы хотим, чтобы люди были в безопасности, но при этом имели свободу и сами отвечали за свою жизнь». Глядя на твиты и посты некоторых людей, складывается впечатление, что они не очень умны. Я не собираюсь участвовать в этих глупых и бесконечных спорах. Покажите мне 5 мест Писания, что церковь должна быть культом одного человека, но в церквях люди в них зависят друг от друга, а Бог и создал церковь, чтобы мы зависели друг от друга. Поэтому покажите мне, где в Библии сказано, что церкви — это отдельно взятые люди. А еще у меня есть дружеское предупреждение для тех, кто считает, что может называть любого пастора лжепророком, а любую церковь — культом. У пасторов тоже есть права, и мы готовим сейчас судебное дело против тех, кто думают, что могут дискредитировать и атаковать церкви. Пусть не думают, что они могут безнаказанно изрыгать желчь в соцсетях. Учтите, что ваши дни сочтены. Если мне придется бороться с этим от имени всех пасторов, то я буду это делать. У церкви снова будет достоинство, а пасторов снова будут уважать, даже если это пастор из маленького поселка, который не может позволить себе судебную тяжбу. Мы будем сражаться от его имени. Мы вернем достоинство церкви Иисуса Христа. Я скажу на это первым аминь. Послушайте меня. Я же не хожу повсюду и не называю вас лживым юристом или лживым агентом по недвижимости.
Даже за лайк под подобным комментарием на вас могут подать в суд. Изучите законы об информации и работе соцсетей. Я больше не собираюсь терпеть этот вздор. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 32 стих, говорит вот что. «Иисус отвечал им: много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями». Фарисеи и саддукеи живут и сегодня. Их не волнует то, что кто-то кому-то помогает. За первые 9 месяцев локдауна мы накормили 5000 человек. Каждый из продуктовых пакетов стоил довольно много денег. Но кто-то где-то упомянул об этом? Конечно же, нет. Они вообще говорят о наших домах для младенцев? Нет. Говорят ли они о наших проектах, когда мы каждый месяц кормим 1000 людей? Это обходится нам в 2 миллиона ранд? Нет, никто об этом не говорит. Говорят ли они о помощи молодым матерям? Нет. О школьных портфелях, которые мы раздаем? Тоже нет. Говорят ли они о наших добрых делах? Нет. Это не вписывается в их сценарий. Они хотят и дальше верить, что мы преступаем закон. Так было и с Иисусом. Он делал только добро, а его распяли как преступника. Этот дух присутствует и сегодня. Мы говорим этим людям, что мы кормим 5000 человек, помогаем сиротам. У нас есть приюты, и мы спасли 1000 женщин из работорговли. Мы помогли множеству женщин. Так почему бы вам не говорить об этом? Вам это не важно. Потому что вы лицемерный фарисей. Вам не интересно, когда люди получают помощь. Вас интересуют только законы и правила. А я вам хочу сказать, что Бог заинтересован в вас. 2000 лет назад Христос умер лично за вас. И вы должны знать, что мы страстно сражаемся за это. Не за здание, а за людей, таких как вы, которым нужен Бог и поддержка по сей день. Если вы отошли от Бога и хотите новых отношений с Иисусом, то я хочу помолиться за вас. Где бы вы ни смотрели нас, положите руку на сердце, где бы вы ни находились, это не важно, и просто скажите замечательные и очень простые слова: «Иисус, сегодня я отдаю всего себя Тебе. Спасибо за то, что Ты любишь меня таким, какой я есть. Я верю, что Ты Христос, Сын Бога Живого. Я верю, что Ты воскрес. И сегодня я отдаю Тебе мою жизнь во имя Господа Иисуса. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Мы вас очень любим. Пожалуйста.